Жене били бы. Ну, я вот последний ДБМ скачал, который этого адмирала. Там вот тоже вот Толгородская тюрьма. Вот у меня работают все боссы, кроме вот первого, которого мы били. Собаки вот этой, блядь. Остальные все работают. Не знаю, у меня все работает. У меня был нормальный ДБМ, он анонсился нормально. Единственное, я отчета не видел. Я сегодня его опять обновил. И все. На этом все. Помянем, короче, нормальный ДБМ. Еще бы на духов да. Такую хуйню нахуй на леди сделать, чтобы челики писали нахуй, на кого дух бежит. На меня дух там бежит, блядь, так же красным. Ну да, прикольно было бы на самом деле. Ну это писать какую-то программу же надо, да? Или что там? Потом. Ну да. Это... Ничего, когда-нибудь до нас такие аддоны дойдут. А ты где-то видел, да, что пишется так красно? На духов. На духов нет, но вот сейчас видел, когда вы метки вносили. Ну, дух выбирает тебя в цель. Он в любом случае, какая-то команда, там как-то это все связано. По-любому как-то можно написать аддон. Ну, он, видишь, он этот дух сам в таргет не выбирается, и этот... С проклятием проще, потому что ну, у тебя в дебафах есть проклятие, да. И оно а просто дух... озвучивает, а с духом нет. Духом просто никакого. Идет по модельке. С духом. То, что он в таргет у тебя не выбирается, это еще не значит, что его нет. Он есть, просто у него убран вот этот фрейм, он летает, нахуй, и... Какие-то способы все равно есть, просто надо тонко знать всю эту хуйню. Я-то не разбираюсь в этой хуйне, но кто-то по-любому может сделать. Так, все готово, да? Ладно, еще три пуляй. Раз, два, три. Все. Не надо его разворачивать, надо было прям лицом туда. Ладно, разницы нет особо. Просто так, видишь, так милишники стоят в дальней точке, а так ты в дальней точке. Если на тебя духи пойдут, это хуево. Давай панцирь нажимай. Ну, ДБМ орёт, берегитесь, там что-то идет. Гадость какая-то. Вон черный круг. Сейчас надо будет выбежать из-под босса, когда он ближе подойдет. Все края подошли сейчас. Все выбежали из круга. Юми, блядь, что? Ну, сфера нас сейчас вайпнет всех. Не закрыли сферу. Да, сфера нас убила. Ребята, ну смотрите, рядом с вами появляется сфера, вы не выбегаете, блядь. Вы просто стоите и чилите, нахуй. То есть вы не фухуете. Если вы можете выбрать, если она краем подошла, то есть вот эта вот черная дуга, то есть вы можете там шагнуть и остаться в радиусе этой сферы, то заебись. Если не можете, блядь, если вы свои жмите и просто переживаете. Так, не надо от нее убегать в другую сторону карты. Либо просите, сейв дадут вам точечный. Либо у вас есть прист, у вас паладин, у которого есть капли и зубы. Эти сферы летят в определенных игроков. Вой, ты про этого босса, да, говорил, что она ждет 20 секунд каждый? Да. А что он просто... Повтори, пожалуйста. Ну, когда оно кидается на тебя, ты стоишь на месте, бегать не можешь. И вокруг тебя на 15 метров АОЕшка идет. Если ты до 20 секунды, там до 18 нажмешь панцирь, и эту хуйню в тебя скастует, она на тебя не повешается, баф этот. Ну а следующий там уже на минуту 20 дашь, перед минутой 20. Рыба стоит, быстрей. Ну, когда ты пуляешь босса, нажимаешь там охватку, да? Ты нажимай таймер запускать. Знаешь, как таймер запускать в игре? Да. Ну вот, поставь. Ну, я себе ставил, когда ДКшником 25-ку танчил. Я сначала эти тайминги не знал, чисто уже так увидел. А потом к минуте 20, да, надо правильно? Да, ну к минуте 20 у тебя откатится панцирь антимагический. И там дальше уже смотри. Еще три пули. Раз, два, три. Блядь, забыл так.
Сейчас будет круг, смотрите, он... Надо будет выбегать с босса, потом подойдет близко. Сейчас все к краешку подошли. Выбежим. Все, обратно забежали, бьем босса. Вдвоем не стойте, один останьтесь. Сейчас будет дыхание. Айневен, выйди, Айневен, выйди. Вон еще сфера. Сферу закройте. Что, гаврики на меня, да, идут? Так, а меня прохильте. Я подшиваю, сейчас взорву еще одного. Так, сейчас будет дыхание мрака, наверное. Давайте Геру. Мастер ауры сейчас дашь. Айвен. Сейчас будет что у нас. Дыхание. Тут нельзя умирать вообще никому, то есть тут умирает он, блядь, 3 человека. Вот сейчас надо забежать, по-моему, там метку. Не-не-не-не. Вот сейчас. Забежали. Надо забежать, короче, и спрятаться. Шаман выбежал. Выбежали. Дыхание. Блять, опять по метку потерял. Ну вот, типа, блядь, то есть тот трайм убивает. Да, давайте заходим, падаем. Ваша проблема в том, вот вы когда Юми стоишь, этот бублик появился. В бублике, когда находишься, там дебаф на тебя вешается. Он снижает исцеление, получаемое на 80%. Стоя в бублике, ты не хилишься нихуя, тебя никто никогда не захилит. Надо с него выходить. В него ты заходишь на 2 секунды только тогда, когда каст идет, погружение во мрак. А шаман забежал, выбежал. Под конец, ну просто. Еще раз такая хуйня, ну смотрите, 3 хила тоже, лог, сова, вот шарик, если я, допустим, стою в шарике, и он еще не исчез, и появился следующий шарик, то кто-то туда забегите, потому что сейчас шотнуло 2 миликов. И без 2 людей тут, ну, нехуй бить даже. А там один может перекрывать, зачем вы вдвоем стоите? Хилы, выбегайте спокойно. Пусть даже если вы даже вдвоем забежали, один выбежал, и все. Может, босса вначале лучше разворачивать, а то он сейчас как-то непривычно стоял просто. Ну, просто он непривычно, ты видишь, пошли гаврики на меня, а не на танка. То есть, ну, проще, когда ДДшник выбежал, вынес гавриков, а не танк, блядь, с боссом бегает и выносит. Правильно же? Я помню, у нас просто ставили 2 РДД. На самом деле, не особо это повлияет. Просто босс там, ну, редко ходит, он же кастует чаще, он будет передвигаться так рывками. Да, то есть его очень сложно с места сдвинуть, на самом деле. Победная рыба, давай ешьте, убиваем. Скажите, вот ДБМ пол все видят, нет? Нет. Нет. Говори, значит. Давай, на счет 3 пуляем туда. 1, 2, 3. Сейчас ты сильно, наверное, близко подвел. Могу отвезти. Ладно, ничего, просто уже стой так. Он сейчас не сдвинется все равно. Так, идет область. К краю подошли, надо выбежать сейчас будет.
Сейчас будет дыхание, это дыхание просто прохиливаете, там защитуете, чтобы это дыхание. Сейчас еще стрела мрака, потому что не дыхание, по-моему, будет. Нету дыхания, блять, опять добавил, пиздец. Давайте, Геро. Сейчас бублики выносите. Да, сейчас надо будет бублики вынести и эти... Выбежать из зоны. А, все, зона пропала, хорошо. Геру дали, да? Сейчас на дыхание, давай мастера ауру. Я дал. Варчик левый под боссом, вот эти сферки, то есть, ну, босса бей, сферки левые. Бублики. Да, бублики выносим. Сейчас надо будет скоро сбегаться уже. Ой, зона. Погружение готовим. Все, все, сейчас погружение, зашли. Погружение. Все, прожались, кнопочки прожали, не зыбку надо было дать на погружение, что все, сдох, нахуя забегать, блядь. А в чем проблема-то, там... блядь? А там зона была, вот это кольцо ебаное черное, мы стояли в бублике в тех бубликах, в которых кольцо было. Ну, давайте еще разок, хули. Уже фактически убили просто. Она, короче, не разлилась, первая лужа, а вторая пошла зачем-то. Ну, она бывает там по процентам, но когда переводишь, там у него как-то фаза начинается по-другому. То есть она начинает идти, мы проценты переводим, она заканчивается. Пошла другая уже херня какая-то. Не, он, видишь, он погружение во мрак и кольцо одновременно дает. Ну да, то есть я говорю, так совпало. Так совпало. Ну, типа, все равно можно было под кольцо тоже забежать в эти штуки, прожаться и не умереть. Да мы вон втроем забежали, прогались и сдохли, ебать. Просто такая забежал, что. А ты давал незыбку? То есть, нет. Ты смотри, ты незыбку должен дать тогда, когда начался этот каст. То есть, когда забежали в бублики, ты должен дать незыбку. То есть, чтобы просто рейд не улетал ром. Слишком дохуя сфера, в этот момент все бегут, никто не хилит, то есть нужна твоя незыбка. Да можно и этот отдать. Так, массакру. Не надо, массакра там потом после этого еще добивать, там она просто нужна будет. Там после того, как выйдем. Там лям остается. Ну, там будет дыхание, на котором мы вот просто все сдохнем сразу. Короче, я перед тем, как забежать, буду всегда давать, да? Да, ну, типа, я тебе так и сказал, говорю, когда будем забегать в бублики, ты дашь нельзя. Опять рыба, давайте. Рыба взрывается. Давайте, раз, два, погоди. Три. Все. Ну, пуляй. Да, устей. Из черной выбежали? Дыхание, прохиливаю. Агро. У нас там что-то с агро. Дайте по мне сальву. Так, гаврики пошли, смотрите, на кого пошли, РДДшники на кого-то из вас не идут. Все же видят гавриков, то есть, чтобы мне... Надо сейф прожимать, разливать их. Так, сферы клювы, ват. Так, из черных вы не выбежали. Так, зашли обратно, прячем босса, сферы клювы. Потому что их будет много. Ой, эту хуйню развели прям под боссом. Эх. А Геру, давайте. Прохиливайте. На следующее дыхание дашь массакру равно. Так, черная хуйня выбежали из нее.
Дыхание мастер аура. Забежали сейчас бублики, давай не зыбку. Умер, блядь, от того, кто забежал. Блядь, да мы сдохли тоже, блядь. Вот, сука, хуёво. Ну, на Вуду у меня прям все видно. Вот если кто видео смотрел, блядь, пизда, все как на ладони, нахуй. Вот, если бы у вас всех такая хуйня была, наверное, было бы получше. Я себе еще вещь не настраивал. Надо прописать. Ты имеешь в виду, видно метки, да? Или что? Короче, от этой херни еще можно отводить. Вот видишь, сферы тьмы. Мы их не бьем, так что их надо от них отводить. Мы их кливаем, типа, он, ну, они. Какой кливаем? Ну, типа, я их убиваю, типа, например. Ну, у них урона, у них ХП не так много, на самом деле. Сейчас меня они убили. Просто их много, когда крутится. Давай к ним подводить, может, босса. Не надо. Не надо, наоборот, только отводить, если только. А, у нас до хера палат. У нас просто не в сферах сейчас дело. У нас, блядь, на момент, когда у него там осталось, отдали гер, у нас уже минус 2 человека было. Угу. Так подобили. Да мы, так и там мы, два бублика в миле оказались как-то. Короче, на том КД я убивал его, ходил с пугами, мы его убили, он даже кассу не сделал. Просто тупо зеркало, он даже не сделал кассу. Он начал кастовать и умер. Да, в два хила шли. Так, нет, тут не в этом дело. Мы все равно упремся. Нам один хоть забегает, переживать, то есть надо просто, чтобы понимание было. Потому что в 25-ке мы в любом случае не зеркало, чтобы бы люди поняли, что там делать. Просто хуёво, что каждый раз приходится мне всем объяснять, что делать. Давай без рыбы. Может, бьём? У меня просто её нет всё равно. Эй, Юми. Сапрот выпить? У вас всех сапроты есть? Кстати, да, здесь сапроты можно выпить. Сапроты тут у вас есть? У меня просто один бутыль был, когда я поделился. Раз, два, три, гуляй. Сторону выбежали. Сверка в мильзоне. Сверка в миле у нас тоже тут есть. Гаврики вышли. Тебя вдали тут. На паладина. Смотрите, метки эти вытащить надо, бублики. Их еще нету. Бел. Давайте Геро, а. Бер. Сейчас. Подожди, сейчас пройдет. Сейчас пройдет эта гадость, но все. Ура, прошло, блядь, умер. Зря Бэр только. А, мы уже умерли, блядь. Че ложим? Да пизда нахуй. Залупа ебаная нахуй. Падайте, хули. Только зря Бэр скинул, блядь. Бублики появляются, когда вот дар Йоксарона каст проходит. Зеленого цвета. Тогда на всех накидывают бублики.
типа их невозможно, там даже ДБМ орет, если он тебе бублик, блядь, там просто... Дживс есть? У меня он орет, когда вытащите. Там вроде еще стоит дживс. Полторы минуты еще будет стоять. За чего? За чего сейчас у нас умер Холли Пау? За чего? Люпси? Мрак? Не вышли, еще они вышли, их этот убили, сферы вот эти крутящиеся, спиральки. Там удар Ексарона, что-то дамажил, Люпси, да. Щупальца, да, это ебаная. А Чупальц тоже отбегайте, наверное, не стойте поднимать. У тебя вот звездопад есть на эту фигню, да? Ага. Когда, вот, когда БЛ даем, ты звездопад юзай. Так же делаешь? Ну там по откату. Как откатится. Не, у тебя примерно должен там быть. Просто там Чупальц еще вылазит, они тоже дамажат. Короче, а Чупальц, наверное, тоже надо отбегать, чтобы они вас не доставали. Рыба не стоит, если что. Получится. У меня один заряд. Но мне сейчас одного обновить надо будет. Надо быстрее убивать, минут 40 и уходить пора, блядь. Может это два? Или не будем два пробовать? Зерганем его? Может зерганем его? Два хила, чувак, а на шок даст нам там 15 тысяч ДПС. Турка не хватает. Да у нас и так нормально, просто, блядь, перестаньте дохнуть, блядь, за всякую хуйню. Просто на ровном месте брать и умирать. В три хила идем, блядь, вы умираете, еще когда даже, блядь, экшен не начался, вы уже, блядь, сдохли. То есть, ну, такого не должно быть. Ну, давайте, что там, готовы? Нормально. Все, насчет три пуля. Да. Раз, два, ну, не сплю, занят просто, что три. Хотел. Ладно, мать, давай потом. Угу, хорошо. Ладно, давай, давай. Выбежали. Не выбежал, потому что это сверка была. Вставай. Мне там нашел как-то умер. Пробафать. Танки идут, выбегай сейчас из этой хуйни. Не спеши, не спеши. Ты просто выведи его из лужи, чтобы мы тоже бить могли. Геру, давайте. Сейчас будет черная выйти из нее. Проклятие, сейчас бублики. Блять. Дипа слишком много, типа вылазит еще щупальца, блять, и это просто пиздец. Это дипаса? Отвезло. Там огонь, не можем бить. Не, ложитесь еще разок надо. Значит, вам просто надо выбегать из этой параши. Ну видишь, их тут много, типа если в них свечится, то вообще засрется вся комната. Их много, нам, вам просто надо выбежать и чилить, короче. Главное выжить. Босс отойдет, но он не сразу отойдет. Но они подбегут потом тоже. Они не на месте крутятся, они тоже бегают за людьми. А эта черная зона, она наносит всегда одинаковый урон? Там 1020. Ну просто я под ложным выживаю, ну закрываю сверху, выживаю. Под ложным минус 50, это нормально. Ну вот вылазит эти щупальца, типа вот написано, обстрелить 5 противников градом темной магии, носящей цели всем ее союзникам в радиусе 8 метров, 6000 единиц урона раз в 1 секунду в течение 5 секунд. И тупо щупальца вылезли, и там просто пизда, там всех там начинает поливать.
рыба стоит. Блин, есть вот такие вот, кому непонятно вообще, что еще делать, то есть, что мы вот умирать просто. Чего же сейчас стать или по нашу помню? Вроде как нету. Взрывающая тьма. Но кто-то все равно тьма, да это умирает. Ульеха, то есть, да, то есть. Все готово. На счет три. Раз, два, три. Бля. Взрывающая тьма сейчас будет. Выбежали. Смотрите аккуратнее, то есть к краю подходите, просто переходите, не умирайте. За сферами тоже следите. Опять эта гадость будет. Дыхание-то похиливаем. Сейчас гаврики пойдут, смотрите, РДД на кого пойдут. Ага, на меня, да? Я понял. А, нет, не на меня. Ладно, перестраховался. Уже под миликами. Нет, а, одну, да, развели под миликами, кстати. Маленечко отведи его, чтоб можно было бить. Вот отошел, мне не под... Проклятие. Так, метку я нашел. В одной точке не стоит. БЛ, давай БЛ. Так, на следующее дыхание дашь мастера урона. Да. Еще проклятие, бублики, смотрите, в одну точку не разлейте, секунда. Секунда, бублики. Смотрите, надо забегать, окружение. Забегать, не зыбку дай. Дал, да. Все, зашли все. Каз поймали, вышли. Ну ладно, у меня неплохие. Я шевер отдал ран. Смотрите, черная херня, там аккуратнее. Массакру надо дать, массакру дать. Сейчас, да, сейчас под это дыхание добавлю. Проклятие. Стрела. Стрела, я скажу, когда стрела мрака. Пробуем добить. Стрела. Бублики выносим. Дыхание даем массакру. Похиливаем. Похиливаем, блядь. Пробуйте добить область. История. Хил танка, ха-танка хил. Чё нас убил? Блять, я не знаю, как эти щупальца и выйдет. Типа просто, блять, убивают до этого момента, как они вылезут, блять. Либо это, ну, типа они просто шотают людей. Кто-то не хилит, что ли? Не пойму я. Меня убивают. Мы тогда были, вообще нас даже не пробивало. Ну да. Ну, у нас рука на шок умирает, когда. Маленько надо это постараться. Попробуйте, ладно, блин. Попробуй, блядь, попробуй. Может, ли она шока в ДД спекнуть? Уж правда, пользы больше будет, хуй знает. Ну давай попробуем в ДД спекнуть. А там шок он. Ну, типа, если вы втроем не прохиливаете. Ну давай попробуем. Может, мы реально просто быстрее бьем.
И тогда на 40 надо будет дать рост. Ну, мы и так 40 даем. Не, мы 35, это 25. Как только первые вот эти появились, сферы. Нам еще, блядь, первого, еще одного босса бить, помимо этого, блядь, а времени уже 33 минутки. Может, его пошли бы убили уже? Да, смысл. Мне с этих боссов, в принципе, ничего не надо. Ни с этого, ни с того. Как-то вот так. Сейчас убьем, только на дыхании помогите подхилить, да и все. Ретрик, флешка и шаман, две цепухи, и я подхилю. Да нам-то самое важное, чтобы у нас с гильдии люди, которые вот мы собираемся десятками, они все поняли, мы, как это, ну, что делается. Еще завтра здесь валится. Давайте, что там, готово? Долго не сидим? Готово. Вроде все готово. Все, давай, все готовы. На счет 3 пуля. Раз. У меня уже поты кончаются. 2, 3. Вышли из черного. Ну, тут можно не говорить вообще. Дыхание помогаем. Есть БР, окей. Дыхание прохиливаем просто. Гаврики пошли в РДД зону. На кого смотреть? Сейчас будет дыхание скоро. Давай, наверное, мастер ауры сейчас. Бейл, давай. Мастер ауры и Бейл. Вот сейчас метки повешались, из черной выбегите, еще щупальца вылезли. Давайте, бубеньте его, блядь, чуть-чуть осталось. Дыхание. Выживет, нет? Нет, не выживет. Не, все те же, блядь, 19%. Да. Не надо убегать от этих. Там Холипал убегает от них. Зачем вы убегаете? Сфера тьмы. Зачем вы от них убегаете? Ничего. То, что она ебет по 4000 цветик. Это оверхилить надо. Все это надо оверхилить. То есть сам себя хилить, а других не надо, да? На себя метку закинь и все, хиль рейд. Ничего не надо. Частицу. Не, он мы в 2 хила не отхилим. А ДПС тот же самый. Угу. В 3. Че я говорю, что... то есть 7, 8, если бы был высокий ДПС, скелеты бы не появились. А у нас ДПС тот же самый. Был бы шаман на 15 тысяч хотя бы ДПС. Там 12, 7, 700, это мало. Пускай обратно в хила. Пусть еще бы ты вообще. Ну, только на шок, но постараюсь, типа, блядь, банально нам не хватает сейчас от хила. Вот, блядь, просто пережить. Ну, типа, у тебя 57 гир, то есть в 57 гире можно лучше хилить намного. Это ладно, время, да, 57-й в хиле какой-то.
Вы не бегаете, вот. Вы убегаете только от бубликов. Вот бублики вы вынесли, и все. А с этим хильте, через себя хильте. Не знаю, что делать. Вот, у тебя же есть шаман, расскажи ему, чем хилить будет. Я тебе вообще не знаю, чем там шаман хилит. Цепнухи кастуют. Цепухи, ну. Все. Как еще взяли? Все готовы, что сидим? Или еще никто не готов? Да, еще трепляем. Раз, два, три. Куда? Сферка, еще одна, вторую закройте. Дыхание прохиливайте, просто прохиливайте. Лихана тоже за своими хп тоже следили. Ты умираешь при каждом дыхании, чуть ли не удохну. А у него сапрота нет. Я ему дал сапрот. Сейчас будет еще одно дыхание. Так, сейчас щупальца вылезут. Свои сейвы какие-то прожмите точечно. Метки. Так, я ШВ нажал, я не хочу умирать. Давайте Геру, Геру уже дали, да? Мастер ауру, оранжевый, мастер ауру. Даже Геру и мастер ауру. А следующее секунду. Дыхание дашь Айвен мастер ауру. Скоро каст. Готовьтесь. Погружение, погружение. Забежали. Забежали, забежали. Каст словили. Сейф, надо добили. Сейф, надо сейф. А мы эту незыбку надо было дать. Да, еще сейф, сейф, сейф. Все помнит, у нас все, я вижу. Спокойствие кастует, массакру надо было сейчас дать. Ладно, на следующий дашь, массакру. Метки. А уже дал, да, блядь, хуёво. Метку я вынес. Добиваем, блядь. Но сейчас надо свои кнопочки же, свои сейвы. Сейвы свои. Все, что есть, сейчас, как говорят, на следующее дыхание нажмите. У нас тут осталось совсем чуть-чуть добить. Еле-еле, нахуй, ебать. Ура. Тяжко, блядь. Хер знает, с ДБМом. Надо всем ДБМ скинуть рабочим. Голова. Кольчужная. Всякая параша выпала, нахуй, на энх. Дайте мне эту печеньку, если она никому нечего. Ну, пока нечего. Вдруг сейчас две шмотки выпадут. Ну, следующей. Посмотрим, если что, дам. У меня просто лежит ухо, 58-я. Я хочу до 71-го. Ну, а сейчас, если говно выпадет, можно, конечно. Вставайте, там босс рядом. Быстрее добежите, чем... А у тебя, Саня, ДБМ и на этом боссе работает полностью? Да, на этом работает. Ну, типа, он... Тут босс по фазам переводится, тут ДБМ иногда обманывает. Этот босс вообще легкий, вот этот сейчас метки такой выносить и все. Ну. Да, ты потом просто... Не, мне интересно, ДПС, просто анонсит он. Смотри, нет. Мы пришли, да, то есть у нас сейчас, ну, история, да, дает 18 тысяч, там, у меня 15 равно 12, и все остальные, да, там, грубо говоря, там 9-10. Если у всех будет 15, этот босс, блядь, просто лопается, вы даже, ну, не будете даже метки выносить. Он просто закончится, блядь, быстрее, чем начнется. Но если все будут понимать еще вдобавок, то это вообще... Понимают, что я думаю, все просто действительно бывает, что, блядь, под тебя кастуется вообще все, что можно, нахуй, еще сверху дыханием глушит, и это пиздец немножко, ну.
Он кастует практически бесперерывно. Иногда просто проблемно выйти, ну откуда-то, блядь. Люди так-то понимают все. Уже, ну, не первый раз вайпнулись, я думаю, все давно поняли. Да надо просто понимать, когда, то есть, тут, ладно, одно дело понимать, да, из-за чего-то, другое дело, когда этот каст проходит, вот, например, проходит дыхание, и у нас шаман просто, блядь, чуть ли не лопается, то есть у нас, ну, типа, все, весь рейд прохеливается, да, то есть, и шаман, например, 3 секунды, да, в этот момент, да, пока дуется дыхание, он все 3 секунды, в него не входит никакого исцеления. То есть, ну, он должен смотреть на свои хп, наверное, да, или там, ну, как-то все равно прохилит. За 3 секунды же может какой-то каст, либо прекаст сделать, то есть, ну, это сложно, конечно, я понимаю, тоже там какой-то высший уровень, блядь, сделать прекаст. То есть просто 3 секунды идет каст дыхания, даже 4, по-моему, и за 4 секунды у шамана хп такого уменьшается и не прибавляется. И дыхание кончается, он выживает там на 5-7%. Короче, 15 минут тут только отворачиваться, отбегать и диспелить, и метки вносить, и все. Да, смотри, что все, короче, в центре его поставишь, просто стоишь, держишь, метки выносим влево-вправо, то есть когда вот эту сторону зайдем, просто в ту сторону перебежим через босса после сокрушения. И отворачиваться. Да, и все, отворачиваться. Я постараюсь понять. А, там метки во время страха отворачиваться спиной, да? Да, то есть, единственное, ты встань, у босса фрейм большой, ты, короче, сейчас как только его спулишь, поставишь, отойди от него на максимальную дистанцию, чтобы двигаться, чтобы когда будет сокрушение, ты просто делаешь чуть-чуть пару шагов назад, отошел и вернулся обратно, чтобы босс не сильно не бегал по комнате. То есть, если ты будешь отходить далеко, он будет за тобой носиться и будет пиздец, блядь. То есть, давай вот как-то готовность. Что для танка? Просто держать и все? Просто держишь, отворачиваешься от феров. Танк тоже отворачивается. И отбегаешь тоже. В модельку босса не заходи сильно вплотную. Я говорю, стой на самом краю, ну, на максимальном рейнже атаки. У него рейндж атаки очень здоровый. То есть тебе тоже надо стоять. И чтоб, когда будет сокрушение, ты отошел. Если ты первое сокрушение поймаешь, переживешь, второе сокрушение, тебя ваншотнет, потому что на тебе дебаф будет на 100% увеличенного урона. Сокрушение тебе нельзя. Надо отходить или можно панцирь там прожить? Отходить. Я же говорю, отходить, только все отходить. Все то же самое, что милики делают, то и ты делаешь. Все, ну, давайте. Насчет три... его... За милика играл? Нет, здесь нет. Когда ну, скажут отвернуться, отвернешься. Каст называется этот, погружение. Первобытный ужин. Давайте, насчет три. Я говорю, его как вам, спиной повернуть? Да. Его, да, спиной к нам повернуть. Но сам далеко там не уходи, чтобы тебя хилы доставали. Ладно. СС. Кому СС? СС по друиду кинь. Хотя друид не умирает. Но он пусть все равно на друиде будет. Если комната будет засрана, то немножко надо будет босса отвести. Да, скажите. Я скажу, если мы эту сторону засрем, мы просто через босса перебежим на ту сторону. Все. Давайте готовность. На счет 3 пуляем. Все вроде у нас готовы были. 1, 2, 3. Сразу посмотри, какой у босса большой фрейм и на какой дистанции его можно бить. Не веди его сильно далеко. Метка стоит. Ну, сейчас метки вынесли. За метками смотрите сами, то есть их раньше не было. Так, сейчас надо отвернуться. Фир танк тоже, отвернись. Метка в метку можно? Да. Да. Все. Ну все. И весь бой такая хуйня, пока он не сдохнет. Другого ничего не будет. Метку вот так вот не надо выносить, надо, я говорю, влево-вправо, кстати, не надо было относить. Это ужасно сейчас с метки. Метку выносите, то у нас история и випсы. Сейчас скоро будет фир. Надо будет отвернулись, фир. Сокрушение. Рарник и Войт Фьюри. Куда ты далеко увел его? Зачем ты туда его увел? Ближе, ну, подойди его. Ну, я от сокрушения, потом он ко мне... Я же говорю, ты стоишь на краю модельки, чтобы сделал сажок, чтобы он не двигался. То есть, ну, разверни, верни его обратно. Да нормально, стойте, отвернись. Ну, ладно, все, не дрочи танка, вы носите метки. Бля, вижу, как близко ко мне подходит. Сложно. Сокрушение отбежали.
метки. Река нашел, ты на устройстве. Пир, отвернулись. После фера нет, сокрушения не будет, сокрушения попозже мои. Метки. История, лей. Можешь и по... Сейчас будет сокрушение, скоро. После сокрушения, может, поведем сокрушение к воротам? Не, нормально, стоит, успей. Стой, нормально. Здесь. Просто по кругу таскайте и все там, сильно не засрайте. Отвернулись. Юми, захильте. Бегает в эфире, 25 тысяч хила в него. Так, метки, Юми и Вейн. Сокрушение отбежали. Сейчас будет Фир. Фир, отвернулись. А Инвейн равник. Выйди с метки, Эми, Эми. С меткой. Сейчас отвернулись. Рарник и Винфьюри. Сокрушение. Аккуратнее. Через 40 секунд будет Гера, кстати. А, ну вообще даже без Гера, бьем, блядь. Выносите. Так, на стресс и Рарник выносите. Сейчас Фир отвернулись. Сокрушение отбежали. Метки. Метки Люксера, мейн. Семь процентов у босса добивает. Там Геру нажмите. Сейчас будет Фир. Уже не будет. Фир отвернулись. Все, на мужика. Ну что там, сука? Поезд, да. Сука, такой третий раз мне поезд падает. Ну, точно такой же. Он только такой и падает, походу. Исчезновение, да? Ну, все, можно мне, одно печенье туда, раз что не упало, типа. Да, о, а, на танк, да, не было похуй. Мне тогда надо две печеньки. Это, кстати, пояс. О, блок щитом, что ли? Если кому-то пояс нужен, берите. О, давайте типа, мне это. Скорость 2.6, понял, да? Но у нее статы танковские. То есть такой пухи, это она вот. Можно мне такую пуху? Я только отказался от нее. Уникальная, короче. Да, да. Ладно, черт. До завтра тогда. Пуху кто забрал? Да, все, всем всего доброго. Сгорим пополам, осилили. Нормально, ничего страшного. Сложное подземелье. У кого печенька есть? И пуха. Я это, я...